Всем привет! И это проект «Другая кухня», и с вами я, Александр. Очень рад вас всех видеть на нашей другой кухне. И приглашаю вас, друзья, приготовить вместе со мной очень древнее блюдо, но не потерявшее своей актуальности. Сегодня мы с вами будем готовить маджадру. Маджадра – это вот смесь чечевицы и риса. На Востоке, откуда родом это блюдо, его используют чаще всего как полноценное блюдо. Мы же, я думаю, приготовив его, можем использовать его как гарнир. Потому что такая вот смесь из обычной крупы, которая всегда рядом, чечевица, рис, будет очень интересно. Какой получится вкус, увидим в конце. О, самое главное хотел сказать. Друзья, у этого блюда, у маджадры, есть несколько вариантов. Есть арабский, еврейский, даже африканский. Я постарался вот собрать отовсюду помаленьку, чтобы получилось маджадра от другой кухни. Что, друзья, приступим? Единственное, хочу сразу сказать, что не перестаю благодарить и говорить большое спасибо нашим друзьям, компании, интернет-магазину Саатвом. Это великолепные индийские специи, большой выбор. Это куча разных продуктов. Аюрведа, аюрведические продукты там тоже есть. И вот благодаря им сегодня мы это блюдо с вами и приготовим. И для сегодняшнего древнего нашего блюда нам понадобится зеленая чечевица, вполне обычная, которая везде и всюду продается очень дешево. Несколько луковиц, я их уже очистил, чеснок, тоже 4 зубчика, соль, семена кумина, который часто, очень часто используют в разных блюдах, особенно рисовых. Друзья, не переживайте, скажу второе название, и вы точно знаете, что это такое. Это зира. И мы ее сегодня будем использовать. Для этого рецепта нам также понадобится, и он здесь используется, рис басмати. Смотрите, какой длинненький, знаменитый рис басмати. Сегодня мы будем с ним готовить. Подсолнечное масло и немного воды. С чего мы начнем? Для начала, друзья, берем нашу чечевицу, промываем и постараемся перебрать, чтобы, не дай бог, что-то не попалось, там камушки или какие-то зерна некачественные. Все, заливаю 2 стаканами воды, даю закипать, укручиваю и 10 минут варим. А тем временем будем с вами продолжать. Берем луковицу, друзья, выбирайте самую большую и режем ее на кубик. Сейчас покажу. Вот на такой. В небольшом количестве масла обжариваем лук. Не сильно, до прозрачности. Лук уже запах прям великолепно. Вкуснотой. Теперь отправляем сюда семена нашей зиры, кумина. Вот именно сейчас, чтобы они в этом масле, в горячем масле, раскрылись и поделились своим ароматом. Будет здорово. Буквально минутку даем и будем отправлять сюда промытый рис, который мы тоже промыли. Вот он у нас красавец. И рис уже будем готовить, ну вот до такой тоже небольшой прозрачности. И вот теперь наш рис. Весь выгребаем без остатка. Отлично. И обжариваем. Прям помешиваем. Ну вот, друзья, прошло 2 минуты. И посмотрите, какой у нас великолепный рис. Он уже прозрачный. Все, продолжаем дальше. Наша чечевица отварилась 10 минут. И мы ее теперь аккуратненько отправляем к нашему рису. Воду, в которой варилась чечевица, не выливайте. Сейчас расскажу, почему. Перемешиваем нашу смесь. И, друзья, заливаем остатками отвара от нашей чечевицы. Долил воды, чтобы полный объем опять был 2 стакана. Те, которые мы использовали на то, чтобы нам отварить чечевицу. Все, даем закипать. Наша маджадра закипела. Теперь солим. Перемешиваем.
И аккуратненько вот так раскладываем наш чеснок. И еще зубчик. Теперь убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и забываем на 20 минут. Пусть варится. Пока наша крупа варится, мы займемся оставшимся луком. Режем его вот такой вот соломочкой. Старайтесь, чтобы она была одинаковая, чтобы наш лучок приготовился весь одинаково. Чтобы наш лук карамелизовался хорошо, масла нужно достаточно. Поэтому сейчас его не жалейте. Потом вы можете его не использовать уже, когда мы будем лук добавлять в основное блюдо на любителя. Но сейчас наш лук обжариваем и томим. Лучок карамелизовался, присаливаем слегка, перемешиваем и выключаем. Все, теперь отправляем наш лучок золотистый, карамельный, к крупе. И сейчас будем перемешивать. Аккуратно. Сейчас покажу вам. Прям возьму вилочку, покажу, что у нас получилось. Смотрите, вот так вот аромат стоит великолепный. Я не знаю, передаст ли камера все вот это волшебство. Вроде бы простое, но мне кажется, это реально вот как в сказке с Аладдином. Только джин мог такое приготовить. И мы с вами. Все, сейчас выгребу оставшийся лучок, добавлю и будем пробовать. Пробую, с вашего позволения. Ну что, друзья, сказать? Могу сказать, вы видите текстуру рассыпчатая. Рис басмати, он и есть рис басмати. Вместе с чечевицей, с этим золотистым лучком, хрустящим, при этом вот слегка сладковатым. Это безумно вкусно. Это просто, но это вкусно. Этот рецепт действительно отточен веками. Потому что блюдо древнее-предревнее. И настолько все сбалансировано. Более того, могу сказать, что помимо того, что это вкусно, очень хочется, еще это и очень правильно. Это же реально правильное питание. Как ни крути, правильное питание, это же не значит исключить одно, не думать о другом, а это где все сбалансировано, как в этом блюде. Чечевица, бобовые, где есть белок, красота для организма. Рис, лучок, это углеводы. Что еще надо? Да супер! Кушайте на здоровье, готовьте просто великолепно и шикарно. Более того, можно использовать как гарнир. Вообще будет прям центральное. К мясу, к рыбе, да к чему угодно. Поэтому, друзья, очень рад был вместе с вами попробовать новое блюдо. Открыть для себя новый вкус. Все, друзья, не терпится распробовать все это до конца. Поэтому прощаюсь с вами. Говорю спасибо большое компании Сатваом. Ссылка будет в описании под видео. Обязательно заходите в этот интернет-магазин. Куча сумасшедших, обалденных товаров. Индийские специи, да всего моря. Выбирайте сами. Ссылочка, повторюсь, будет внизу. Вам еще раз большое спасибо, что смотрите нас, что готовите вместе с нами. Благодарю, не перестаю благодарить вас за то, что пишете комментарии. Нас это очень сильно радует. Мы очень любим отвечать вам на ваши комментарии. Спасибо за поддержку. Всего доброго. Пока.